Уважаемые зрители, группа поддержки, родители конкурсантов, бабушки, дедушки, сами конкурсанты. Прежде чем начать второй конкурсный день 10-го юбилейного регионального конкурса детского творчества «Салют вдохновения», позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так любите своих детей, что отдаете им свою душу, время и, извините, немалые средства. Хочу также попросить вас заранее, не обижайтесь, доля ведущих, на время конкурсных прослушиваний сделать беззвучный режим или отключить сотовые телефоны. Детки-вокалисты, они волнуются, голос может трогать. Чужих детей не бывает, давайте любить детей наших. Да? И второй момент, вспышки фотокамер, если можно, делать не во время конкурсного вступления, в какой-то момент завершения его. Вход-выход в концертный зал внизу. Через этот вход заходить-выходить из зала зрителям нельзя. Овации приветствуются, свист не приветствуется. Позвольте начать конкурсное выступление, конкурсное прослушивание, номинации «Народное пение» с того, что я представлю членов многоуважаемого жюри. Поверьте мне, это люди, уважаемые не только в нашем городе Оренбургской области, но, извините за такое слово, в России. Кандидат педагогических наук, профессор, директор Центра развития профессионального образования Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Всеслава Остроповича, федеральный эксперт качества профессионального образования, лауреат международных конкурсов Юрий Николаевич Вязьмин. Заслуженная артистка России, профессор кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Всеслава Остроповича, лауреат губернаторских премий, Оренбургская лира, преподаватель года, ученый года, Басова Анна Васильевна. Доцент кафедры вокального искусства Оренбургского государственного института искусств имени Леопольда Мстислава Остроповича, лауреат премии губернатора Оренбургской области, преподаватель года в сфере культуры и искусства, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ольга Борисовна Ушакова. Начинаем конкурсное прослушивание. Участников номинации «Народное пение» младшая группа 7-9 лет. Участники под номером 1. Вокально-хореографический ансамбль «Свирей». Русская народная песня «Ой, сад во дворе».